Всем привет! Я Наталья Неведрова, это проект «Национальность.ру», и сегодня я познакомлю вас с таджиками! Салам алейкум! Мы узнали, как переводится этноним. Таджик переводится как «увенчанный короной». И погрузились в историю таджиков. Таджиков можно назвать восточными иранцами, понимаете, да? Выяснили, что в каждом доме таджиков есть комната, где вместо стульев... На курпачах сидят. На полу. На полу. И сами стали гостями застолья. Анзура, спасибо вам большое за приглашение к столу. Узнали, что костюмы таджиков шьются одинаково, но они... Такие разные. Услышали, как звучат народные инструменты. Ой, какая душевная. Сразу мелодия становится. Ого! Побывали на мастер-классе по каллиграфии. Маман. Очевидно же, правда? Оказывается, большая часть таджиков являются... суннитами ханафитского мазхаба. Узнай больше про таджиков из большого выпуска проекта «Национальность.ру».